Всем привет. О, слушайте. Дождь идет. Чечетка сейчас поедет. Щеглы как поют, а? Это обалдеть. А, скоро мы будем щеглов ловить зимою. Сзади у меня вот здесь озеро. Мы его оборудуем. И надо будет поймать. Ну, хороших щеглов. Сейчас он дал проса. Дикая проса. Вот сейчас как оно выглядит. Так, ты настроишься, нет? Дождь идет, может. Хочешь настроиться? Ну-ка, может, через. Ну, вот она проса. Дикая проса. Они его очень хорошо едят. Сейчас, о-о-о-о. Ну-ка, давай. Вот оно сейчас молочной спелости. И певчая птица хорошо их едят. Давно не снимал уже про птицу. Ну, пока времени не хватает. Сейчас еще о мадинке. Думал, у меня будет 4 самца и 3 самки. А у меня оказалось, а что получается? 6 самцов и 1 самка. Еще, да, хочу сказать, это скоро будет выставка в Казахстане, в Алмате. 15-го, сейчас я посмотрю, 15 октября. Так что я знаю, с Казахстана много народу меня смотрят. Там есть группа, кому интересно, ну, я оставлю номер администратора под видео. Ну, позвоните ему и напишите. Вы на выставку приглашаются все желающие. Это первая в жизни Казахстана выставка певчих декоративных птиц, поэтому, ну, всем будут рады. Кто детей, может, приведет, кто у кого там попугай, канарейка, приводите. Созвонитесь в группу, кто хочет в группу вступить, очень хорошая группа, вам там все помогут. Ну, очень много специалистов, поэтому, кому интересно, пожалуйста. Милости просим, или как? Мархамат, велком. Да, иностранцы там тоже есть. Так что, попугаев сейчас я покажу, какие они красные. Я номер телефона оставлю администратора. Вот, кому интересно, связывайтесь. Очень-очень все будет. Выставка, тем более, историческая будет. Первый раз в историю Казахстана. Поэтому там, вот, смотрите, вот молодежь поет где-то. Или красный поет. Свекла, видите? С водой. В воду всю купалка. Все красные. Попугаи красные, канарейки красные. Короче. Здесь что у меня сейчас? Листья салата. И вот этот просто дикий. Канарейки. Ну да, канарейки, амадины, щеглы его обожают. Щеглы у меня, по-моему, начали строить гнездо. Здесь парочка есть щеглов. Ну, конечно, им здесь не дадут размножаться. Я в будущем обязательно сделаю вольеру. Буду держать отдельно щеглов. Это моя одна из любимых птиц. Вот видите, этим щеглам, ну, они года два со мной уже у меня. Я их ловил, отбирал. Они полностью ручные. Ничего не боятся. Ну, они вот вполне могут размножаться, если им создать условия. В этом году еще хочу поймать хороших таких. Сейчас прилетает очень много щеглов. У меня вольер на улице. Вот деревья, щеглов. Часто замечаю. Молодняка много сейчас прилетает сюда к вольеру. Эти зовут их. Вот эти, видите, просто он ест это. Они их зовут к себе. Вот она, белая самочка. Там уже наверху несколько гнезд. Уже темно, уже у нас вечер. Сегодня целый день занимался бройлерами, заготавливал. Ну, не заготавливал, на заказы. Заказы мяса. 10 бройлеров завалил. Утку одну. Завтра то же самое. Ну, пока дожди, стройка. Стройка стоит, занимаемся. Когда стройка, деньги уходят.
когда стройка стоит, деньги приходят. Вот у нас как-то так. На пару дней останавливаемся, чтобы заработать миллионы. И потом, чтобы эти миллионы опять вложить в дело. Вот, ну как-то так. Про Карел надо снять видео, уже давно-давно не снимал про Карел наших. Там очень много птенцов, приходится иногда продавать. Ну, люди просят, хорошие зоомагазинщицы. Они, ну, им приходится, да и деньги нужны на стройку, поэтому. Думал, вообще ничего не буду продавать до осени, но все равно по паре, по одной забирают. Ну ничего, все равно оставим себе. Главное мне сейчас достроить дом. Вот, видите, смотрите. С большим удовольствием. Самочка ест вот этот просто. Ну и кеннер вот подлетел. Вот этот просто дикий. Сейчас семена. Ну, очень много разных семян. Я даю сейчас абсолютно все, где есть семена. Вот он, репейник скоро. Вот он, видите. Вот, репейник прямо возле клетки растет. Это лакомство щеглов. Вот скоро поспеет, прям не отходя от кассы будем снабжать их это. А вот там, белая самочка слетела. Сейчас должны приехать за амадинами еще. Ну, в течение этой недели. Я думал, у меня там хоть пары будет, а куда столько самцов? Вон, смотрите, они начали облинивать, взрослый наряд набирать. Все самцы, все. Вот здесь сидят, вот она, серенькая самочка одна, вот она белая. Остальные все самцы. Вот сколько есть, амадин. То, что молодняк у меня вылетел. А попугаи, смотрите, какие. На свежем воздухе. На траве, блин. Сейчас через сетку не видно. Ну и красные морды у них. Так что все нормально. Сейчас закончим со стройкой, буду уже потом заниматься птицей. Вольеров очень много надо делать, ну и расширяться. Поэтому, вот смотрите, они аж грызут этот просто. Ладно, большое спасибо за просмотр. Номер телефона я оставлю в группе, казахстанской группы. Связывайтесь, кому интересно, пишите. Не бойтесь, спрашивайте. Ну, один раз спросите, ничто с вами не случится. Не надо стесняться. Кому интересно, звоните, пишите, там очень хорошие люди. Ну, никто вас ничего не обидит, ни, ну и грубого слова не скажет. Очень хорошая группа, тем более, кто молодые, там ребята хотят заниматься птицей, вам там дадут качественные знания. Я там сам подписан, ну я правда не всегда там бываю, ну некогда мне, честно, я бы с удовольствием, но там общаются очень хорошо, ни в одной группе так не общаются. По крайней мере, в каких я подписан. Ну, просто у меня не хватает времени физически, чтобы читать, смотреть. Так, иногда кто-то что-то. В личные сообщения, конечно, я смотрю, отвечаю, а вот в группы я сейчас редко захожу. Некогда просто, поэтому. Вот такие пока дела. Ну все, у нас очень хорошо похолодало, прям так прохладно стало. Сейчас охрану покажу. Охрана вся мокрая. Сегодня она переела. Джесси, Багира, сегодня они переели. Это мясо голов и этих ножек куриных. И у нас пар идет. Если не знаю, пар идет прям как будто осень. Ну хорошо, после этой жары это просто кайф. Ладно, всем пока.